Перед просмотром данного видеоролика рекомендую подписаться на канал Игроман. Канал недавно открылся и начал развиваться, но на канале уже очень много разных видео про Майнкрафт и Pocket Edition, поэтому если вы подпишетесь на этот канал, то вы поможете автору этого канала развиться. Ну и ссылка на канал, как всегда, будет в описании. Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня я покажу блок лаунчер Pro для Майнкрафта Pocket Edition. Да, вот опять же обновился блок лаунчер, знаменитая программа для установки модов, и здесь нам исправили довольно много разных ошибок, а также добавили много разных методов для моддинга. Что ж, как видите, мы открываем настройки блок лаунчера, видим, что у нас написано блок лаунчер Pro. Что ж, давайте перейдем дальше. Что же здесь вы можете делать? А вот здесь также можете установить моды, устанавливать текстуры, устанавливать шейдеры. И также в этом блок-лаунчере появилась поддержка патча Win10. То есть у вас будет интерфейс, как на ПК. Да, это довольно удобная штука. И также вы сможете его выключить. Ну и по идее, новой функции здесь больше не было. Также с помощью блок-лаунчера вы сможете записывать видео. Да, без всяких рут-прав вы сможете прямо с блок-лаунчера записывать видео. Что ж, во-первых, вы спросите, чем отличается блок-лаунчер Pro от обычного блок-лаунчера. А тем, что в обычном блок-лаунчере вы можете установить только 5 модов. А здесь вы можете устанавливать бесконечность, ну просто бесконечность модов, сколько хотите, столько устанавливаете. То есть просто неограниченная возможность установки модов. И просто блок лаунчер Pro отсутствует реклама. Поэтому именно скачивайте его, и ссылка, вы знаете, что будет в описании. Поэтому переходите в описание. Ну сейчас у нас перезагрузился после установки очередного мода. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.